Саранский дворец водных видов спорта уже второй год подряд становится местом проведения чемпионата и первенства России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. За награды борются больше 300 спортсменов со всей страны. В течение 4 дней будут разыграны медали в 16 дисциплинах плавания среди взрослых и юниоров. Бассейн очень хороший, современный бассейн. Таких бассейнов сейчас по России немного, к сожалению. В основном Чехии. То есть современный бассейн, который соответствует всем требованиям. Есть даже трибуны. Условия для проведения соревнований великолепные. Ну, если бы еще решили вопросы с гостиницей, чтобы они чуть-чуть более бюджетные цены назначали, было бы лучше. На протяжении 3 лет пловцы Лин, как и все другие российские паралимпийцы, не могли принимать участие в международных соревнованиях. В начале этого года Российский паралимпийский комитет был восстановлен в своих правах и запрет был снят. Минувшим летом в Лондоне прошел чемпионат мира, на котором наши спортсмены сумели завоевать 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. И это при том, что россияне были представлены 6 пловцами. Некоторые призеры Лондона выступают и в Саранске. Елизавета Барбатина из Ростовской области в столице Великобритании завоевала серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Второй на дистанции 4 по 100 вольный стиль смешанный, проиграв чуть-чуть команде Великобритании. А в личном первенстве заняла 3/5 места. С 1 по 8 место дают квоту на Паралимпийские игры. Все, сейчас она выиграла чемпионат России. Тебе здесь нравится? Нравится. Некоторые лидеры российской сборной после чемпионата мира в Лондоне нынешний старт в Саранске пропускают. Дорога в национальную команду, по словам тренеров, открыта для всех перспективных спортсменов. Уже в первый день соревнований отдельные пловцы показали высокие результаты, поэтому специалисты не сомневаются в том, что турнир откроет для сборной новые имена. Очень высокий результат. 33 там мальчик выиграл, я так понял, с Московской области. Это достаточно сильный результат. Если его сравнить с результатами в Австралии, были всемирные игры, лиц с интеллектуальными нарушениями, там с этим результатом он бы был 3. Вот. Ну, у вас сборная комплектуется постоянно. По итогам, если появляются новые люди, мы их включаем, обследуем. Следующий год обещает быть для пловцов спорта Лин богатым на соревнования. Помимо чемпионата страны, Саранск может принять европейское первенство. А главным стартом, конечно же, станет Паралимпиада в Токио.